Россияне попрощались со своей любимицей. Погибла известная. Погибла известная российская блогер Настя Тропицей. Она и молодой человек ехали рядом на мотоциклах. Предположительно, они столкнулись, после чего девушка врезалась в разделительный бордюр и сильно ударилась головой. 18-летняя блогерша-миллионник скончалась на месте. Во время ДТП погибла 18-летняя блогерша Настя Тропицей, на аккаунт в Инстаграм которой подписаны более 1 миллиона человек. К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить, мама. Говорится под последним постом на странице девушки. О том, что девушка разбилась на мотоцикле, попав в аварию на Бали, рассказали пользователи в комментариях. Как отмечает РЕН-ТВ, ссылаясь на слова очевидцев, Тропица ехала на своем красном мотоцикле по Sunset Road в городе Кута на Бали. Рядом с ней на таком же мотоцикле был молодой человек. В какой-то момент их мотоциклы столкнулись, и девушка врезалась в разделительный бордюр, рассказывают очевидцы.